Сколько там плотность? Сейчас, ладно. Это вот стягивающие просто номера. Это газет. Это номера просто. Это не надо стягивать. Одинаковые или разные? Одинаковые. 1.3, он заряженный. С ним все нормально. А может, если ровно чуть-чуть добавить надо? Нет, не надо. Даже чуть-чуть не надо добавлять? Нет. А когда в следующий раз приехать? Когда захотите, приезжайте. Что, целый год ездила и нисколько не испарилась? Даже капельку не надо добавлять. Может, добавить? Да, смысл, если все нормально. А я бы добавил. Если надо, добавляйте, а так смысла никакого не вижу. Если надо было, я бы сказал бы вам добавить. Хорошо, тогда все нормально, да? Да. Все. А он заряженный полностью, я его вчера вечером поставил. Нагрузку держит, напряжение 12,97, под нагрузкой 10,87, сказала, нормально. Ага, этот разряженный. Ну, как бы, просто заводили вчера машину. Вот. Сколько? 12,6. Ага. Нагрузку тоже держит. Так. 31. Показывает, что. Нагрузку тоже держит. Да. Ну, если этот, либо этот. Короче, пойдет, в руках кислота, ничего? Ну, помыть надо будет просто и все. Так, а дистиллированную воду в кислоту можно добавлять, да? В электролит? Конечно. Электролит в дистиллированную нельзя, да? Или как там? Сернокислый свинец. Если электролит готовый, зачем наоборот делать? О, здесь тоже. Здесь уже пластина сыпанная. Да? А, цвет такой мутный, да? Угу. Замкнуть может, да? Чем это грозит, осыпанная пластина? Емкость уменьшается, соответственно, пусковой уменьшается, тяжело запустить двигатель. Там вообще пусто, да? Вот сюда добавить надо. Ага. Ну, здесь этот, в этой банке уже поменьше плотность уже. В этой поменьше. Может быть, даже скоро короткое замыкание будет. И он взорваться может, да? Или нет? Зачем? Он может взорваться в том случае, если во всех банках будет, допустим, низкий уровень электролита, то есть до нормы не дойдет, то есть ниже нормы будет, ниже пластины 1,5-2 сантиметра, ниже. Соответственно, они будут оголены. Если, допустим, вы очень много будете передвигаться, и при этом еще вот здесь вот отверстия будут закуплены, то есть они все будут загрязненные, и аккумулятор, грубо говоря, дышать не будет, и, соответственно, газы все сохраняют. Еще раз запустите двигатель, то он может взорваться, аккумулятор легко. Поэтому это тут хорошо зарядить, во-первых. И, во-вторых, надо будет долить дистиллированную, а здесь он умыл. Давайте этот... А, здесь просто... А сколько долить-то? Может, сейчас сразу дольем? 1,5-2 сантиметра над уровень пластинами. Выше пластин 1,5-2 сантиметра. Ага, все, понял.